Всем привет, друзья! Вы на канале Gadget Page. И сегодня у меня на обзоре обеззараживатель воздуха нового поколения на основе фотоплазмы, очищающий не только воздух, но и поверхности в отличие от других очистителей. Перед началом хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим вопросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своем экране, и также ссылку на группу вы найдете в описании. Изготовлением таких устройств занимается американская научно-производственная компания Biozone Scientific. Раньше подобные устройства выпускали для промышленных целей, а сейчас они стали доступны в формате бытовых моделей для дома и офиса. Сегодня я расскажу о младшей модели в линейке Biozone PR05. В обзоре я покажу, как пользоваться устройством, и также расскажу о его особенностях и характеристиках. Устройство поставляется в среднегабаритной фирменной коробке с ручкой. На ее сторонах есть изображение обеззараживателя и также картинки и текст с информацией об особенностях и принципе работы. Внутри сверху два буклета с руководством. Один из них на английском, а второй полностью переведен на русский. Также в комплекте адаптер питания со съемной вилкой и насадками двух стандартов и небольшой пульт управления с тремя кнопками и диодным индикатором. Пульт работает на 2-3 батарейках, и они тоже лежат в комплекте. Само устройство имеет форму половины цилиндра. Дизайн достаточно лаконичный и отлично впишется в любой интерьер. Спереди изогнутый полукругом корпус из плотного пластика с отверстиями. Через эти отверстия в окружающее пространство поступает фотоплазма, вырабатываемая с помощью встроенной ОФ-лампы. По центру находится световой индикатор работы и приемник сигнала пульта. Чуть выше расположена серебристая панель, на которой находятся статусные световые индикаторы и три кнопки управления, такие же, как на пульте. Световые индикаторы здесь обозначают режим скорости вентилятора и на какое время установлен таймер. А лампочка Power – это индикатор работы и срока действия ультрафиолетовой лампы. Задняя стенка корпуса прибора выполнена из металла. Здесь в трех местах расположены отверстия для установки устройства на стене. Посередине снизу сетка и вентиляционные отверстия, за которыми виднеется вентилятор забора воздуха. Здесь же рядом есть и разъем для провода питания. На нижней стороне корпуса есть три прорезиненные ножки для лучшей устойчивости и сцепления с поверхностью. При включении устройства на панели с кнопками загорается индикатор питания. И кнопками вы можете выбрать одну из трех скоростей работы вентилятора, а также активировать таймер автовыключения на 4 режима работы. Постоянный на 2, 4 и 8 часов работы. Для удобства можно выбрать либо дневной, либо ночной режим работы. Все эти действия также можно выполнить с пульта. Управление максимально простое и не вызывает никаких вопросов. Все делается с помощью всего трех кнопок. Включаете устройство, выбираете одну из трех скоростей вентилятора, и если нужно, активируете таймер автовыключения. Во время работы через сетку сзади видно, как горит полихроматическая лампа. Шум от работы вентилятора минимальный и составляет всего 8 дБ. Устройство рекомендуется устанавливать почти под потолок. В идеале, чтобы это была специальная полка сверху или просто свободное место, где вы сможете подвесить прибор на стене. Обеззараживатель имеет широкий спектр применения, и эта модель пригодна для использования в жилых, офисных и других помещениях бытового и даже медицинского назначения. Вирусы, бактерии, ядовитые вещества, неприятные запахи и споры плесени – все это с легкостью устраняется и обеззараживается с помощью устройства. Принцип очистки заключается в комплексном воздействии. В устройстве работает ультрафиолет, фотоплазма, фотокатализ и озон. Такое воздействие происходит благодаря уникальной полихроматической лампе Biozone. Обычные бактерицидные лампы работают в спектре волны длиной 200-280 нанометров. Этого спектра хватает для поверхностного обеззараживания того воздуха, который уже есть в помещении. Лампа Biozone работает в спектре волны длиной 100-300 нанометров. И именно в этом спектре происходит максимальное бактерицидное воздействие и образование фотоплазмы. Фотоплазма как магнит притягивает к себе все вредные вещества из воздуха, из поверхностей и разрушает их, превращая в обычную воду и углерод. Процесс происходит непрерывно. Это значит, вы можете открывать окна, двери, принимать гостей дома или клиентов в офисе. Обеззараживание не прервется. Подробнее о фотоплазме и лампе Biozone вы сможете прочитать в блоге. Ссылка на него будет под обзором. Прибор не требует обслуживания и рассчитан на работу в присутствии людей. Его не надо чистить и менять фильтры, только лампу и примерно раз в год, в зависимости от интенсивности использования. О необходимости замены просигнализирует специальный датчик. Как итог, мы имеем отличный обеззараживатель воздуха, который способен непрерывно обеззараживать воздух и поверхности за счет запатентованной технологии очистки. Благодаря своей эффективности прибор подходит не только для бытового, но и для профессионального или медицинского использования. Само устройство при этом довольно компактное, и его легко перемещать из одного помещения в другое. Прибор рассчитан на круглосуточную работу, он энергоэкономичен, пожаро- и электробезопасен, а также работает с очень низким уровнем шума. И при всем этом он в разы эффективнее, чем различные бытовые воздухоочистители. Свои вопросы и мнения по поводу обеззараживателя от Biozone можете оставлять в комментариях. Все нужные ссылки, чтобы заказать устройство или посмотреть цены, вы найдете под обзором. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!